Масштабный областной марафон скандинавской ходьбы пройдет 9 июня в 46 подмосковных парках. Центральной площадкой станет Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Здесь соберется основная часть представителей муниципалитетов. Маршрут прохождения составит 3 километра. Участниками станут женщины старше 55 лет и мужчины за 60. Регистрация возможна и в день проведения старта на территории парка. Для этого необходимо взять с собой паспорт, социальную карту и медицинскую справку. Всех участников ждет хорошее настроение, положительный заряд энергии, концертная программа, полевая кухня и памятные призы. А победители получат подарок – брендированный спортивный костюм от губернатора. Старт намечен на 9 часов утра.